Но Ксения Трубинова 12 метров 23 сантиметра показала в первой попытке. Это 676 очков. Ну, на беговой дорожке начинаются у нас соревнования. И это бег на 800 метров. Первый круг соревнований у юниорок. И будет 4 предварительных забега. Формула выхода 3 плюс 4. 3 первых и еще 4 по времени. Делия Склавас из Швейцарии 2.03.01. У нее лучший результат 2.03.84. Изабель Боффи, я имею в виду в списке лучших европейских спортсменов, спортсменок. Ну, а с остальными уже познакомимся по ходу. В этом первом забеге как раз вот Делия Склавас и принимает участие под номером 1437. И вообще личный рекорд его 2.01.29. 2.05.83 имеют Сара Калверт из Великобритании, 1152 номер. 2.06.58 Лена Позняк из Германии. 2.06.38 Алисия Стой из Польши, 1383. Ну, собственно, там у нас пишут имена, а, собственно, номеров здесь нет вообще. Ну, вот пятеро спортсменок сразу же образовали такую лидирующую группу. И Склава сейчас впереди. Позняк, Стой. Собственно, вот тех спортсменов, о которых я говорил сейчас. И в этой лидирующей, естественно, группе пока держатся все вместе. И первый круг заканчивают с результатом 62,41 секунды. Для этого возраста вполне прилично. И учитывая вот эти личные рекорды. И кто Калверт делает? Сара Калверт из Великобритании. 2.05.83. В принципе, она бежит на личный рекорд. И посмотрите, очень хороший бег такой, легкий. И устремилась вперед. Ну, конечно, очень длинное ускорение за 350 аж метров. Хватит ли ее до финиша? Хватит ли Склабас и Стой? Склабас так, конечно, вот, имеет результат. Но, видите, немножко как-то сутулившись. Ну, может быть, что делать? Это такое что-то врожденное. Левая рука так работает непривычно. И вот четверо борются за первые три места. Калверт пока впереди. Склава, Стой. И Пеликорра, итальянка, борется за третье место. Но она пока, а может быть, обойдет. Обходит она польскую бегуню. И вот третий входит. Ну, а Калверт молодец. Вот это ускорение. Она сумела его додержать до конца. И показала близкий к личному рекорду. Результат 2.06.73 секунды. Ну что ж, молодец. Приятное впечатление оставила. Семьдесят два, Сара Калверт, у Склабас 2.07.05, 2.07.69 у Лауры Пеликорра, итальянки. Вот, пожалуйста, эти результаты.